сейчас же делают различные, переставляют различные органы, печень меняют, меняют почки, я не знаю, меняют сердце. Это, в принципе, ну, бессмертие. Я не думаю, что человек будет бессмертным всю жизнь. У нас есть определенный, просто вот биологически, да, человек там устроен прожить, допустим, 90 лет, ну, возьмем в среднем. Сейчас с нашей экологией, к сожалению, люди даже до 60 не доживают и не могут там вырасти внуков, там, помочь как-то. Но с бессмертием, если, конечно, наши врачи дойдут до такого уровня, то это было бы, конечно, замечательно. Мне кажется, все равно. Но человек должен быть готов к этому, быть бессмертным. Вот, например, некоторые люди, вот я общаюсь с девушками, некоторые девушки не хотят жить долго. Они говорят, я не хочу там дожить там до 80, потому что морально человек не готов. Она говорит, я хочу прожить, допустим, жизнь красиво, да, вот молодой, а 80 лет, ну кому надо? Здесь уже подключаются другие факторы, это воспитание, семья, внуки, дети. И здесь ты должна быть готова, чтобы твои внуки и дети не остались одни. Я считаю, вот так надо развиваться.